Привет, новости с шоу-бизнеса на Забирай ТВ. После своего громкого развода известная телеведущая, певица и дизайнер Ольга Бузова жаловалась на бывшего мужа, что он отобрал у нее все, в том числе и автомобиль стоимостью в 5 миллионов рублей, который был так необходим для мобильности в жизни. Теперь, как поет сама певица, ей не больно, и она привыкает быть одна. Мне больше не больно, больше не больно. Я привыкаю снова просыпаться одна. Звезда не хотела афишировать это и поделилась своими проблемами только с близкими подругами. Прознав это от папарацци, одна из автомобильных компаний даже предложила светской леди авто в аренду. Но теперь Ольге это не нужно. Один из поклонников преподнес ей на днях в качестве подарка Mercedes цвета синий металлик аж за 10 миллионов. Вот уж теперь Ольга будет довольна и под звуки поцелуев своих поклонников рассекать на новеньком авто. Ставь лайк, если тебе интересны новости шоу-бизнеса. Подписывайся на канал, ставь колокольчик и будь в курсе событий всегда. Это был ваш Забирай ТВ. Пока.